илита Арксплюй Продакшн представляет Привет, мои любимые! После сегодняшнего обновления наших любимых Valve Появился новый баг. Я думаю, он у многих появился. Проблема с курсором. Курсор стал в 4 раза больше, там примерно через 400%. И я сразу подумал про своих зрителей и решил снять вот данное видео, как это исправить. Что вы делаете? Находите DOTA 2, нажимаете свойства. Установить параметры запуска и добавляем только одну тот команду. Мы ее добавляем. Она будет стать в описании видео. А, нажимаете ОК OK и запускаете доту. И у вас будет нормальный курсор. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Поставь лайк, напиши комментарий, подпишись на канал.